Так, ну что, я уже тут, короче, нахожусь третий день, и через буквально 10 минут должны приехать Кирилл с Надей. Так что ждем их. Считайте, вон прям стою как хатик, ожидаю их прям возле двери. Вот так, короче, дом выглядит. Там телек стоит, холодильник. Сейчас давайте вам кухню покажу. Ну, такая скромная кухонька, стол. Ну, короче, нормально, сойдет. Для того, чтобы пересидеть, то, что надо. Но мы живем на втором этаже. Сейчас покажу вам. Вот тут, короче, у нас такая ванна. Стиралка. Душ. Туалет. И тут что-то написано. Короче, не знаю, что на польском написано. Я вам обещал комнату свою показать. Вот, тут живет парень. Тут жил раньше парень, но он съехал. И тут жил парень. Тут на чемоданах живу я. Как-то так. Смотрите, кто приехал. Белорусские. Я не выспалась. У меня очень проблемная была дорога и граница. И все. А еще их заселили в хостел, не к нам сначала. Там вообще, что там с хостелом? Ну-ка расскажите. Ну там дом, заходишь, стоит, короче, там все, во-первых, ремонт идет, все завешено какой-то пленкой, в комнате стоит неработающий холодильник, 4 кровати так просто сдвинуты, это даже надо комната. Вот так вот залазить. Это даже не комната, просто дверь открываешь, и все, у тебя стоит 4 кровати, какая-то шкарлупка от картошки, стоит весь грязный такой стол. Чемоданы чужие, грязная посуда стоит, и такие, вот, это ваши 4 кровати, они просто вот так все сдвинуты. И просто с улицы открываешь дверь и заходишь. Он говорит, ну тут есть душ, только нету горячей воды. Вот. Кухня там в другом доме, по лестнице подниметесь, там, кстати, есть нормальный душ, если хотите. Ну так, к слову, если вдруг захотите. Короче, условия жизни. А фотографию ты можешь ставить потом? Да. Ну я же фотографию оставил. Все, да, я вставлю. Ну, в итоге договорились, все, они приехали, сейчас ждут, пока им дадут ключи. Напросили спяшки, очень скучали, теперь кайфуем с температурами. Теперь у нас 3 белорусских бомжа. Вот эти танцы дикие. Она уже очень скучно. Да. Нечего делать. Сейчас будем пить вот такой крутой напиток. Зачем ты подъебываешь? Ладно, это соус. Да ладно. Да ладно. Ладно, я все решу, да ладно, не кипишу. И они так наводят жуть, ну вот же мне светит путь. Зачем меня повернуть, так тянет твоя рука. За стенами баррикад, на разных материках. Устал это повторять, опять под твоим окном. Базарю самим собой, я вновь лежу. Чем все питаются в Польше? Чем все питаются в Польше? Так как я говорила, в несколько влогов тому назад, что все питаются тут макаронами, которые приготовлены уже. Короче, по факту все покупают тут сосиски, сейчас я вам покажу. Ладно, где. Не ладно. Да. Вот такие вот сосисончики, папа, теперь все тут кушают. Они, короче, килограммовые, и стоят они что, 8 или 9 злотов, короче, копейки. То есть вы решили заново, да? То есть я рассказываю. Ну да, блин, влог же. Каждый типа, раз по-новому. Каждый раз мы узнаем, что, типа, на самом деле никто не питается готовой продукцией здесь. Нет, там в холодильнике, ты понимаешь, там просто одни сосиски лежат и все. Ну. Такое эффектное увеличение. Видеосъемка, записываемся на курс. Как детвора проводит время? Кирилл, ну-ка раскрути, чтобы она блеванула. Нет. Блин, у меня плохой фестикулярный аппарат. Фестикулярный? А ты что не кружишься? Я бы тебя снял, как ты кружилась красиво. Чтобы я орала. На, доедай. Я не хочу уже. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете. Могете просто. Кира покоится, поедет зарабатывать бабки. А я остаюсь здесь почему-то. Пока мне кажется, ну,
какой-то это. Так с нами сколько человек есть? У нас идите. Я человек, знаю. Пенчера с нами едет. Так, ну что, шли уже какие восьмые, наверное, сутки, как я здесь. Кирилл с Надей уехали, я пока нет, потому что предпочтение отдается парам. Что еще вам рассказать? Не знаю, надеюсь, что в ближайшее время я уже отсюда выйду. Но пока ничего не известно. То есть буду держать вас в курсе, держаться на связи. Не знаю, смонтирую что-то с этого влога, не смонтирую, потому что весь влог я пробыл здесь. Но будем держаться. Здорово. Здорово, заебал. Короче, такая комнатка. Стол, шкаф, кровать вот уже сдвинули. И еще шкаф. Вообще нормально, типа. У нас, ну, короче, мы в середине поля, в таких бараках, понял? О, у нас уже теплица какая-то. Не знаю, что это за теплица. Так, что, короче, мы уже выдвинулись. Первая наша остановка, мы еще пока в Польше. Саня тут, блядь. Влог? Да, это видео. Пойдешь. Я найду? Да. Заебись. По дороге в Амстер. Люди, как я знал. Хотел добраться и приземлиться в твой туман, но пока дождался, жизнь свою поменял. Посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер, по дороге в Амстер, да. Я исполнял такую. Вторая наша, короче, остановка, мы уже в Германии. Трофа заебался за дорогу очень сильно, прям тлеет все. Саня что-то недоволен. Личный блок, мазафака. Like oh, yes, конечно. А это Карина. Паникерша самая. Карина плевала в машине. Пацаны, как проходит ваша дорога, расскажите. Если была хапочка, нахуй, было бы так. Блин, ну это же чьи-то мамы будут смотреть. Маму будет смотреть. Короче, из последних новостей, наш второй бус в Германии остановила полиция на контроль. И они сейчас стоят на контроле, не знаю, сколько это продлится. Но водила наш сказал, что типа это может шмонаться типа от 50 минут проверить документы до 2-3 часов, когда начнут шмонать все вещи на провоз сигарет. Короче, как выяснилось, типа, даже когда ты здесь пересекаешь границы, и тебя полиция останавливает на контроль, то есть можно провозить только белорусских, украинских 2 пачки сигарет, а польских 5 блоков. Если больше 5 блоков везешь, то все, пиздец, тебе возьмут за жопу. Как-то так. А мы, короче, пока дальше едем. Не знаю, приедем ориентировочно где-то в 12 час ночи. Посмотрим, куда нас там заселят. Как бы буду держать вас в курсе. Короче, мы приехали, заселились. Давайте вам маленький рум-тур проведу по нашей хате. Короче, вот тут мы живем. Тут у нас такая мини-кухонка. Блядь. Тут у нас замаскированный холодос. Так, что у нас тут? Туалетик, ванна, душ. Единственное, что ебалово, что у нас двухъярусная кровать. Типа. Ну, ничего, пережить можно. Так, шкафчик металлический, диванчик и телек. Так что, если бы здесь был бы Слава, мы бы уже играли в плойку. Доброе утро, я только что проснулся. Ребята, которые... Мы же... У нас поехало, в общем, 24 человека. Мы нормально заселились. Ребятам пришлось, короче, ночью переждать 5 человек на одной кровати. Сейчас скину сфотку вам. То есть они так провели до утра, их только потом будут расселять. Короче, нам еще повезло с жильем вообще. Что, какие планы на сегодня? Нужно что-то придумать, вообще узнать по работе с рабочими вещами и с великом. И дальше уже будем думать, что делать. Еще можно к Кириллу с Надей в гости сходить, они тут живут недалеко, в 3 километрах от нас. Поэтому будем чем-то заниматься.
Носил с собою ствол, носил патрон в стволе. Через окно ОМОН, вещдоки на столе. Был суд